В 1706 году по указу Петра I на тогдашней северной окраине Москвы за Сухаревской башней был заложен огород для выращивания лекарственных трав. С этого огорода сад и ведет свою историю. Хозяином огорода сначала был аптекарский приказ, затем московский госпиталь, а ближе к концу XVIII века медико-хирургическая академия. Для управления огородом по традиции приглашали опытных садовников и ученых-иноземцев, главным образом из Германии. В медицинском саду не только выращивали, заготавливали лекарственные травы и на месте готовили из них лекарства, но и обучали студентов, будущих врачей. Отсюда посылали и первые ботанические экспедиции по России, а любознательные ученые-ботаники собирали в саду первые коллекции курьезных плантов. В 1812 год оставил эту часть Москвы, выгоревшей дотла. В саду сгорела большая часть оранжереи, библиотека и гербарий. Уцелели лишь деревья в глубине парка, где не было построек. Идея избавиться от сада не раз посещала тогда ответственные головы, но нашелся устроивший всех компромисс. Под частный садовый питомник продали часть территории. Это был единственный раз в истории сада, когда его площадь уменьшилась. На вырученные деньги и восстановили хозяйство. В 1850-х годах была предпринята серьезная реконструкция сада с целью сделать его более привлекательным для горожан. У прежде сугубо научного заведения возникла новая функция. Сад превратился в любимое москвичами место отдыха. Часть его была отделана в английском вкусе, появилось много цветов, и для удобства посетителя наставлены по разным местам скамейки и диваны. К концу XIX века сад стал одним из центров отечественной ботаники. Он был хорошо известен в России и за границей, а своими коллекциями он мог похвастаться перед многими знаменитыми ботаническими садами Европы. В первые годы советской власти в стране было не до ботанических садов. Вплоть до 1930-х годов в саду наступил период разрухи и упадка, сравнимый по нанесенному урону только с пожаром 1812 года. Примечательно, что в первые послереволюционные годы, когда никому не приходило в голову заботиться о досуге горожан, сад был закрыт для обычных посетителей, но несколько раз в неделю на территории разрешали гулять детям, жившим в окрестных кварталах. В годы Великой Отечественной войны на территории сада были вырыты бомбоубежища, а на производственном участке возник коллективный огород. В лаборатории продолжались фундаментальные и практические исследования, в том числе по повышению урожайности пищевых растений. В 1952 году рядом с садом открылась кольцевая станция метро «Ботанический сад», позже переименованная в «Проспект Мира». В ее декоре использованы ботанические мотивы. Так, например, один из 16 керамических барельефов представляет ученого с книгой и микроскопом. Тогда же, в послевоенные годы, посещаемость сада достигла своего пика. 200 тысяч человек в год приходило в сад на экскурсии, занятия, выставки цветов или просто побродить по тенистым аллеям. Он был очень популярен среди москвичей.
Сад оставался ведущим ботаническим учреждением Москвы, пока в 1945 году не был заложен огромный академический сад в Останкино. В 1953 году рядом с новым комплексом здания университета на Ленинских горах построили агробиологический сад МГУ, а старый сад стал его филиалом.